Недалеко от речки Бойн есть филиал Мелифонского аббатства. Называется аббатство Бектив. Построено и основано в 12 веке, когда аббатство Мелифон, которое километрах в 30 отсюда и находится около городишки Колон, настолько разрослось, настолько забогатело, что им места не хватило. И было организовано филиал, называется Бектив. Во время раскулачивания церквей, которое в 16 веке произошло, там как раз вот с Оливером Кромвелем связано, Бективское аббатство закрыли, цискарианское, и его начали продавать по очереди, дарить и продавать возможным друзьям Кромвеля. А единственный фильм, в котором попался в объектив вот это вот аббатство, то же самое «Храброе сердце», которое, кстати, недалеко отсюда, в Трим-замке, снималось. Вот. А и частично бенедиктинское, вот это вот Бектив аббатство попалось и в него тоже. Монахи когда-то пробирались тайными тропами во дворик внутренний. И вот такой очень классический монашеский дворик. В общем, неплохо сохранились развалины Бективского аббатства. Стены, своды. Вот все вот так вот примерно. Ну вот, а рядом из-под дуба, из-под вяза река Бойн. Вот интересно, почему-то и монахи, и вот те люди, которые строили мегалиты, двигались именно по реке Бойн. Наверное, стройматериалы и места намоленные были вокруг. Вот тут же вокруг куча этих всевозможных мегалитических захоронений.